Во-первых, мне кажется, что сумма сильно занижена. Не может в нашей стране объект, который стоит 2 миллиарда долларов, не может там 3 миллиона украсть. И там украли как минимум миллиард, это половину, это как минимум, если сейчас говорить. Вот, это там только копни, как говорится. Но все проблемы Большого театра — это проблемы тусовочки. Во-первых, московской сугубо, да, ну, может, там части питерской. Вот, те, кто вот такая вот узенькая очень прослойка, от которой, которую и не видно нифига, а шума столько. Мне вообще все равно, сколько украли там на строительстве Большого театра. Мне вообще наплевать, вот если честно сказать, на Большой театр. Я там не был никогда и вообще не планирую, потому что я не театрал. Ну, бывает такое, да, то кто-то музыку не любит. Кто-то любит читать, кто-то, наоборот, любит читать, а не любит музыку. Я вот визуальное искусство, особенно балет и все такое прочее, не воспринимаю. Поэтому лично мне все равно. Я просто хочу, что если там украли деньги, да, как бы, я, конечно, хочу, чтобы все, кто украл деньги, сели в тюрьму. Это нормально абсолютно, да, то есть, но я боюсь, что это ерунда, потому что когда вот смехотворную сумму такую озвучивают в 3 миллиона долларов, на уровне 2 миллиардов вбуханных туда. Вот. Это означает только одно, что это кому-то нужно, что это чьи-то точечные интересы. Вот. А на чьи-то точечные интересы Большого театра, мне, повторяю, наплевать глубоко просто и искренне.